Шалом алейкум, мои друзья, подписчики и все, кто меня смотрит. Сегодня у нас на обзоре табак Орион, родом из Швеции, Швейцарии. Ну ладно, давайте говорить так, как есть. Я сейчас курю вкус Black Apple на Маклауде, и это был крайне неудачный выбор вкуса, который я бы себе забил. Я так скажу это. Так вот, давайте уже вещать, что у нас здесь есть. Есть вот такая коробочка табака Орион, да? И как написано на упаковке, как типа производитель базируется в Швеции, то ли в Швейцарии, это неправда. С производителем я знаком лично, но мне это не мешает сказать все об этом табаке как есть, и что я об этом табаке, собственно, думаю. Так вот, у него довольно-таки насыщенная палитра вкусов есть. Темная линейка, грубо говоря, покрепче линейка. Есть линейка, которая полегче. Так вот, давайте, собственно, разберем все эти вкусы, а потом уже поговорим об этом табаке. Seven Sky. Непонятный вкус. Что под этим табаком, под этим вкусом подразумевается, непонятно. Melon Flavor. Дынька довольно-таки неплохая, хорошая, интересная, дынивая. Пина колада довольно приторная, немного мерзковатая на вкус. А виноград более такой пьянющий какой-то, знаете, алкогольный, я бы так сказал, винный вкус. А тутти-фрутти, я этот вкус вообще ни в одном табаке не люблю, я его не понимаю, поэтому сразу в минус. А Black Apple, я его сейчас курю, и это очень такой непонятный вкус. Очень приторный, больше похож, знаете, сейчас я скажу даже, на лекарство. Да, это тут даже не анис, тут что-то какое-то другое, анис более такой лекарственный, аптечный вкус. Лемон кэнди из темной линейки тоже так, довольно-таки цитрусовый, кислый, но более сладкий вкус, мне тоже он как бы не закатил. Релакс. Что такое релакс? Я не получил никакого релакса, когда курил этот вкус, а наоборот поймал каких-то неприятных ощущений. Indian Night. Очень приторный вкус тоже. Не смог разобрать, что это такое. Dark Mint топчик. Dark Mint реально охуенная мята. Да, прям топовая. Она вот как нужно залетает. Orange Flavor. Ну, оранж, как оранж, как апельсин, но более цедровый, неприятный тоже, кстати. Raspberry Dream, довольно-таки приятная малина вареневого оттенка. Да, хорошая. Монпасье. Кто не знает, что Монпасье, это такие конфетки в сахаре вымоченные. Очень прикольный, сладкий вкус. И, конечно же, черные ягоды, тоже для меня непонятный вкус. Скорее всего, это из-за того, что в темной линейке используется более лист потяжелее, это Берли, и этот Берли как-то неправильно сделан, и у него совсем неприятный оттенок на вкус. Такой, знаете, как вам объяснить? Также упаковка довольно-таки неудобная. Примерно, если брать, тут двойной скотч. Ну, блядь, что за дешманье? Прошу прощения, как бы, да? Тут вот такой пакетик, внутри него еще пакетик, и этот пакетик, если ложить обратно, он текет просто невыносимо, все липкое, все затекшее и так далее. По консистенции табак, думаю, идеальный, это совершенство. Мелкая нарезка, не липкий, минимально пропитанный, так знаете, прям вот как нужно. То есть большое уважение тем, кто сделал именно такую консистенцию табака. Но Вот этот, блядь, Юпи, пакетик Юпи, если ты знаешь, что такое Юпи и Invite Plus, обязательно ставь лайк и пиши в комментариях. Я в детстве пил Invite Plus и разводил ебаный Юпи в воде из-под крана. Также для меня неизвестно, почему они написали, что это Швеция, Швейцария, для чего. Также на упаковке нет почти ничего такого важного, не акцизный. Будет ли он акцизный, непонятно. По цене он тоже непонятен, как бы, ну, и недорого, но и непонятно, потому что такая непрезентабельная упаковочка, она все равно отталкивает покупателей. Но курица, он, в принципе, достаточно хорошо, если подобрать правильные вкусы, достаточно интересно.
По перегреву тоже нормально, не перегорает быстро, держит вкус достаточно хорошо, мягкие приятные аромки, не слишком навязчивые, не слишком такие прям приторнющие. И во время перегрева, соответственно, ты не чувствуешь никакого дискомфорта. А дискомфорт ты чувствуешь, наверное, от того, что ты не выбрал правильный табак. Собственно, это табак Орион, ссылочки на него в описании, на производителей, собственно, и на представителей. Что еще сказать? Сейчас очень много российского табака, и просто уже такое ощущение, что это делается на одной фабрике, и просто оттуда в разные упаковки расфасовывается. Поэтому тщательнее выбирайте. Успехов, добра, любви и, конечно же, удачи вам, мои дорогие подписчики. Это Дава Дым, подписывайся на канал, ставь лайки.